привет! Привет! Меня зовут Алик. Сегодня мы будем открывать много киндеров. Вот это тебе повезло! Да? Да. Даник, ты сегодня можешь выбрать 3 коробки любых киндеров, каких ты только захочешь. Смотри, там сколько много тачек. Аж 2 башни у нас получилось. Так что спокойно их можно проредить, эти башни. Спайди! Спайдермен? Да. Ну, выбирай все, что хочешь. Все, что тебе нравится. О, киндер для девочек. Там есть кошечка внутри, которую я хочу найти. Даник увидел у Анюты кошечку. Мне кажется, Анютка, Анютке надо оставить. Я думаю, Анютка не одобрит. А теперь ты берешь киндер для мальчиков. А еще какие? Смотри, тут есть Дори, принцесса Софию. Хочешь? Даник сейчас будет выбирать из 5 коробок 3. Внимание, что он выберет. Может быть, киндер для девочек? А может, тачки? А что же он выберет? Так, Спайдермена выбрал. А тачки потом. Тачки потом? Хорошо. Открываем. Ну что, Даник, с чего ты хочешь начать? Так, что Даник выберет? Не знаю. О, Даник будет открывать киндеры для девочек. Даник очень хочет, чтобы ему попалась кошечка с одеждой и с шапочкой. Даник открывает первое яйцо. Если попадется. Попадется ли там кошечка? Во всех может попасть. Да, может попасть-то в каждом. Хи-я! Кошечка, кошечка. Что Смотри. Это? Кто это? Барби? Да. И Анюте достается вот такая вот фигурка. Девочки. Вот они, эти девочки, они меняют одежду. Но тут непонятно, где они работать должны. А Даник открывает уже второе яйцо. Чтобы попалась. Кошечка, попадись. Кошечка, попадись. Прищепочка на волосы. Даник, тебе надо? Нет. И вот такая вот прищепка-бабочка переходит Анютке. А Даник открывает уже 3 яйцо. Последнее. Да, последнее для чтобы девочек. Попалось. Ну-ка, посмотрим, куда попадется. А вдруг кошечки и мальчиков попадаются тоже. А это оранжевая бабочка-прищепочка, которая тоже переходит к Анютке. И я так думаю, что она попалась полностью коллекция этих бабочек. Розовая и оранжевая. Пришла очередь открывать киндеры для мальчиков. Вперед! Попадется ли кошечка там? А ну-ка, а ну-ка, а ну-ка. Ей, сюрпризы. Сюрпризка. Попалась ложечка. Сразу раскрытое яйцо попалось, да? Да. Ну-ка, что там за подарок? А ну-ка, ну-ка, ну-ка. Машинка. Вот она, эта машинка-запускалка. Судя по всему, тут есть 2 всего, что ли, все во всей коллекции. Черная и синяя. Тут есть еще другая коллекция таких машинок. Да. И машинка готова. Врум-врум. Уи, она уехала. И Даник переходит ко второму яйцу. Что же попадется там? Попадется ли там тот котенок, которого Даник хочет найти? А это, по-моему, робот. Робот с крыльями. Вот он, вкладыш. И тут рассказывается история об обычных зверях, которые нашли какой-то кристалл и превратились в каких-то роботов.
А вот и наша робота-птица. Мама, смотри, кто она была. Обычный такой. Да. Ну и осталось последнее яйцо из Kinder Joy. Что же там попалось? Кто же там? Самокат. Данику попался пальчиковый самокат. А вот он вкладыш от самокатов. Есть один синий, один оранжевый. Не все. Вот так с ними играю. А теперь пришла очередь Спайдермена. Как я ждал вот это. Ты ждал их? Даник, ты любишь Спайдермена? Конечно. Он же супергерой. Его укусил паук, а потом он завод, ну, какой-то необычный паук, который дал ему свою силу. И он дал ему свою паутину. Он там залез на дом, а потом... Ой! Так обычно. И полетел. И что же там попалось Данику? А Данику попался брелок. Пиу! Пиу! И мы продолжаем. Даник открывает второе яйцо. И что же там попалось? Что же попалось в желтке? Стирательная резинка, я уже вижу. Вот, кстати, вкладыш от Спайдермена. И Даник открывает последнее яйцо. Самое-самое последнее из всех, из киндер-джоев и сюрпризов Спайдермена. И что же попалось ему там? Еще одна резинка стирательная. Вот такие вот крутецкие резинки Даник понесет в школу. Если вы любите открывать киндеры, смело ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Пока-пока! Пока!